Поход собираемся завтра уже. Куда? На Ушачи. Угу. Отдохнуть на 4 дня. Угу. Вот. Так, по озеру есть. А на какое озеро? На Вешнее. Угу. Поближе, которое. Угу. Куда там далеко не собираетесь ехать отдыхать? Ну, самое далекое Ушачи пока. Угу. А вот куда бы вы, скажем так, вот хотели бы вот для вас вот такой вот отдых, который бы вы хотели когда-нибудь вот поехать? Или... Мы, наверное, хотели бы поехать в Турцию. А почему? Красиво. А весело. Вы там были? Нет. Рассказывали, поэтому говорим желанием. Рассказывали. А что вот вообще вот в вашем понимании вот летний отдых, как вы его представляете себе? Летний отдых? Ну, активный, значит, то бишь. Не загорать, купаться, загорать, отдыхать. Да. Играть даже. Даже играть. Во что? Волейбол. Волейбол, допустим, да. Отдыхаем хорошо. Как? На пенсии. Вот. Загораем. А где загораете? Ну, на озере. Потом родителям помогаем. Вот. А где родители живут? А в деревне. Какой? Филяши. В Дорожском районе? Да, 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 в Дорожском. Ну, основное все как по-прежнему. Пенсионер есть пенсионер. Так, ну вот говорю, а вот, не знаю, там куда-то там поехать, может быть, там, не знаю, куда-нибудь там отдохнуть. Ну, пока дома работы есть. Вот. Отдыхать тоже можно тут, как юг у нас типа, получается. Почему? Ну как, солнце светит, все нормально, все прекрасно. Ясно. Но, вот что я хотел вам сказать. Ясно. Вот, хорошо, вам дякую велике. Дома мы отдыхаем. А как именно? Ну как именно? В деревне живем, огород, у меня 5 с детом, поэтому, вы знаете, все как там, дома. А что именно делать? То есть в чем для вас отдых заключается вот летом? Ну, на озеро, конечно, есть, где мы отдыхаем очень часто, когда жара, так вообще каждый день отдыхаем. А так, на огороде. Для меня тоже это отдых, вы знаете, мне очень нравится. Огород цветы, очень тоже, это у меня все отдых. А вы работаете или только с семьей занимаетесь? Ну, в данный момент декретный отпуск. Так работаю, когда выхожу. Ходим на озеро с семьей. Я, сын Илья, жена Марина. Ну, так вот проводим, гуляем вместе. А куда-то поехать не хотели бы? Как бы и времени нет, работы. Понимаете сами. Надо же подрастить сына. Время на отдых-то и, в принципе, и нет. А вот если бы только, если было вот время, возможности, куда бы вы хотели поехать? Хотел бы съездить под семьей как-нибудь на море. Смотреть, как другие живут, себя как говорится, показать. Хорошо там, где нас есть, как рыться. А почему-то пока вот, ну, там, ну, не едете на море? Когда вот планировали бы? Ну, когда деньги заработаем, тогда и поедем. А вот вообще вот по-вашему вот как бы вот летний отдых, это вот как вы себе представляете, такой вот как бы вы хотели, да, что такое вот летний отдых? Ну, где-нибудь, ну, с семьей на море, там, или так, где-нибудь. Ну, и в Беларуси можно тоже хорошо отдохнуть, много мест таких вот. Летом я приехала к маме, помогаю ей полоть огород, бабушке тоже, в ягоды ездили. А так поеду работать в лагерь детский. Куда? В Лесной. Это от Минского хладокомбината. Я туда уже 5-й год езжу. Вы студентка? Да. А где вы учитесь? В университете культуры. Угу. Понятненько. То есть, а вы с вами родом из Докшиц? Да. Угу. То есть, ну, куда-то там, не знаю, еще... куда-то там поехать отдыхать, нет такой мысли? Нет, в этом году нет. А в прошлом году ездила. В Италию. А в этом году почему нет? Ой, в этом году надо работать. В прошлом году заработала на отдых, поехала. А в этом надо еще поработать. Угу. То есть, не знаю, там, а вообще вот где бы вы хотели бы отдыхать, да, то есть? Хотела бы, вот я бы еще раз хотела съездить туда, в Италию, в Сан-Бенедетто-дель-Тронто. Это курортный город, в Риме мы были. Там, конечно, совсем другой уровень, чем там Крым какой-то, там Турция. Там очень классно. Понятно. А что вот для вас вообще такой вот отдых? Что такое вот в вашем понятии? Для меня отдых – это не лежать на пляже и жариться, а это посмотреть что-то другое, другую какую-то культуру, познакомиться.
Ну вот я люблю очень природу, пейзажи. И познакомиться тоже с другими людьми. В этом году мы отдыхали в Беларуси, съездили в санаторий в апреле месяце. Все очень понравилось, немножко оздоровились. Ну и вторую часть отпуска вот отдыхаем здесь у мамы на даче. Ну, под солнышком. Хорошо, что погода позволяет. Угу. А вот если как вот куда бы вы хотели, например, поехать, если бы так вот, ну, вот получалось, да? Куда бы вы, вот, что для вас такое вот был бы хорошим летним отдыхом? Да, была возможность, то я бы, наверное, еще съездила ну, и в этом году, либо в следующем, к морю, там, где белый песочек, пальмы, ну, романтика. А почему не поехали? Ну, в этом году вот решила так, решила Беларусь, да. А раньше как было? Ну, раньше, ну, Египет. Ну, все-таки хочется куда-то туда, в теплые страны, к морю. То есть вы обычно в Египет ездите, да? Ну, Египет, но в основном все-таки в Беларуси. Едем домой к родителям. А куда именно ездите? Ну, в Миорский район, деревня Ясная такая. Ну, хорошее озеро, напротив парк. Ну, по мере возможности на выходные. То ехать не получилось с женой с отпуском, а так хотели ехать на море. А куда хотели? Ну, ближе там, к югу Одессы. А так обычно ездите? Нет, все не получалось никак. Угу. Обычно озеро в деревне, а тут вот собрались, но не получилось. Угу. А когда в таком случае вот, ну, поедете? Ну, в следующем году точно уже поедем. А вот по-вашему, что вот по-вашему вообще такой вот хороший летний отдых в вашем представлении? Для меня летний отдых – это спокойствие, тишина и, ну, с семьей. Ну да, тепло, что погода была хорошая. Ну, я думаю, у нас тоже можно сейчас вот браслет сделали, надо, что хорошо. Море такое. Ну как мы отдыхаем? Так мы отдыхаем, прогуливаемся. Весь наш отдых. Не, ну как бы как-то же все-таки. Ну конечно, озеро, все это понятно. Угу. Ну и все. А куда там поехать, то есть, не знаю, там. Ну, может быть, может быть. А куда хотели бы? Ну, может быть, на Крым. Так планируете или? Планируем. Когда именно? Может, в августе. А куда именно в Крым? Ну там определим, еще не знаем, Крым и все. То есть первый раз поедете? Да. Всей семьей? Ну да. А сколько вас? Нас трое, но папы еще нет. Четверо. Понятненько. А вы что для вас вообще вот отдых летом? Как вы себе представляете? Как отдых летом? Отдых отдыхом, я понимаю. Отдыхать, купаться, загорать. Таких отдыхов. Понятненько. А вот, не знаю, там, вот в Крым хотите поехать, да? То есть почему только сейчас впервые, то есть, ну, там, это, в прошлые годы не ездили? Ну, как-то не выходили. Как-то нам не выходили. Угу. Дети маленькие. Много знакомых у меня на Крым, кто ездит. Вообще много знакомых. Практически каждый день. Угу. Ясненько. Вот. Удобшится. А как? Лес, озеро, природа, воздух, продукты. Местные. Вот и отдых. То есть, а вы куда-то поехать не хотите, там, отдохнуть? Желания нету, понимаете. А почему? Ну, а что? Зачем за 39 земель ехать? Ехать за 39 земель – это на экскурсию съездить. Это один познаватель. Да, отдыхать надо. Где родился, там и приходился. Ну, я сам Минский, жена с Докшиц. Мы постоянно приезжаем сюда отдыхать. Природа, край хороший. Озеро, речки, леса. Ну, мы ездим на речку почти каждый день. Катаемся на плоту у нас рядом с домом. Небольшое озеро. Ну, лазим, катаемся на велосипедах. В общем, здорово. Они года проходят хорошо. Молодцы, ну отлично. С ребенком отдыхаем, потому что в отпуске нет. Поэтому режим ребенка мы решим. На озеро ходим. На, здесь в Докшице, да? А что еще делаете? Гуляем, ну, вечером в основном, когда жара спадет, потому что да. Что для вас вообще вот отдых летний, да? Как вы себе представляете? Отдых вообще смена вида деятельности. Если там год работал, значит нужно не там не сесть за телевизор смотреть, а как-то с активно. На грядках, кто-то в лесу. А вот по-вашему такой вот именно такой вот хороший отдых, которым вы мечтали, например, да? Летний? Летняя, которую я мечтала. Ну, вообще, я не люблю солнце. Поэтому летом мне пережить, как снегурочки надо. Поэтому я тогда не знаю. Отдых и лето не связаны. А когда бы вы хотели отдыхать и как?
Ну, какой-нибудь культурно-исторический тур. Съездил куда-нибудь там, хотя бы в Варшаву, Прагу. Вот. Я бы так отдохнула. Море, ну, солнце, я не знаю.